don't touch. Yes, yes, yes. Вот мы в городе Риза, приехал, и сразу же первый мусульманин, которого я встретил, оплатил мне отель, пригласил домой, накормил. И здесь 5 мечетей в этом городе, и я совершенно не ожидал, что на меня этот город произведет такое сильное впечатление. Это всего 2,5 часа езды от Батуми. Граница с Арпи пересекается легко. Для меня Риза, Трабзон, они были, ну, как проездом, не придавал никакого значения, проезжал просто мимо из Стамбула в Батуми. А тут приехал, походил, и очень сильное впечатление на меня произвело. Просто красота и вот все вот эти вот улочки, дома, все. Очень мне понравилось здесь.